В Москву приехали рокеры Эндрю Шикари. В столице музыканты провели всего один день, но как? По музеям и ресторанам не ходили, зато после этого визита ребята могут открыть картинную галерею имени себя любимых. Чем поклонники одарили группу и как прошел концерт, в сюжете Татьяны Якушенковой. Отличить участников группы от их юных фанатов можно с трудом. Тем не менее, эти хорошенькие мальчики – крутые рокеры. За сладкой внешностью скрываются настоящие хулиганы. Enter Shikari – альтернативщики из Великобритании. Группа знаменита тем, что классические рок-мотивы они миксуют с драм-н-бейсом, хардкором и дабстепом. В Москве музыканты – частые гости. Но этот визит они запомнят точно. Такого количества подарков им еще не дарили. Кому что из подарков достанется, музыканты решают уже в гримерке. Райдер у Enter Shikari больше похож на райдер детского ансамбля. Полный холодильник алкоголя оказывается только для отвода глаз. Настоящие рокеры перед концертом заряжаются другими вещами. Вот самое главное. Без тостов мы работать отказываемся. Шоколадные батончики, печенье, молоко, конечно, без него никуда. Про мандарины не забудь, это наши лучшие друзья. Пока музыканты, не торопясь в гримерке, запивают печеньки молоком, поклонники спешат побыстрее занять места получше возле сцены. Зал заполняется моментально. Фанаты хотят послушать песни с нового альбома. А вот свой главный хит лета, кавер на песню «Call Me Baby», Enter Shikari в Москве исполнять не будут. Им стыдно. Слушай, ну тогда нам казалось, что сделать кавер – это гениальная идея. Никакой причины не было для этого специальной. А можете спеть ее сейчас? Нет, ты что, это ж попса позорная. На сцену Enter Shikari выходит всего лишь с 10-минутным опозданием. Через несколько минут после начала выступления солисту группы Ru Reynolds'у становится тесно на сцене, и он переносит концерт в зал. Концерт продлился почти 2 часа, и все это время музыканты скакали, как заводные зайчики. Сразу после выступления им предстоит поездка в Питер. Отлично провели время на концерте, и как следует оторвались Татьяна Якушенкова, Василий Алешин, Николай Кузьменко, Ньюсблок, МТВ.